Трамп изберется еще раз? На следующий срок, через полтора года? Мне кажется, что да. Потому что, как бы на него сейчас не кричали, потому что либералы везде пока еще торчат в мире на руководящих местах. Вы очень отрицательно отзываетесь этим. Это кость в горле. Это кость в горле. Это кость в горле мира, да. Нет, надо понять ход истории. Они уже прошли свое, и поэтому... Ну, это мое мнение. Я его высказываю, да, тут. Да. Так что вот. Трамп, он хозяйственник. Угу. Он правильно руководит. Посмотрите, что произошло с Америкой за эти два года. Даже не за два года, через полгода. После того, как он пришел к власти, несмотря на все, что было против него. Безработица? Нет. Экономика растет. Китай не дергается. Россия тоже. В данный момент идет война между... Ну, это война, никакой войны. Все проглотят ту кость, которую им он даст.